Мужики, всем привет. Вечер. Ну, сегодня холодно было. Завтра можно будет купаться. Насос работает. Фильтр как зарядил, до сих пор не менял. Проверил он еще. Ему работать и работать. Сегодня кидал еще пол таблетки. Она у меня в скиммере стоит. Доработал здесь немножечко этот скиммерок. Она растворяется, идет через насос. А это самая хлорка. Шланги были зеленые, сейчас беленькие все. Вообще. Вот. И там, и там. И выходит хлорочка туда уже. Пузырями. Сейчас она, конечно, там у меня заткнута. Потому что бассейн надо, как бы это банально не звучало, надо пропылесосить. Держак старого пылесоса. Там вот эту снизу всю трихомудию эту снял. Вот, если видно, да? Вот здесь эти... и оставил чисто так. И грязь собирает капитально. Нигде роботы не нужны, ничего. Ну, руками прошел детский бассейн. Ну, можно было разуться по колено, пройти пропылесосить. Я сейчас покажу. Вот грязь, если видно. Пропылесосить. А вот она, крупненько ее видно. Это после, сегодня после... Так, телефон бы не упустить. Добавил немножко перекиси сюда, буквально, я не знаю, там с пол-литра, наверное, и пол таблетки. И вода была мутная, и сейчас она вот она стала абсолютно прозрачная. И вот эта вся грязь собралась до кучи. Никто не купался, дожди у нас были, а он накрытый был, с чехлом. И вот так вот прекрасно берется и все собирается и засасывается через фильтр, мужики. Не баламуча, ничего, прошелся, вот, резючку, оба, надо сейчас заглянуть, мне камера неудобно и приближать, и увеличивать, о, уже все чистенько, уже собралось, и вот так вот его пробежался, даже вот так вот, сюда вот шланг, он обалденно втыкается, блин, неудобно. Отдалюсь немножечко. Вот. Жуки вон какие-то плавают. Но они подборки там были. Вот эту поставил. Тут уже столько вытрусил. Этих букашек-таракашек вон. Вот это все собирает с поверхности. Сейчас пойду там промою под колонкой. Вот, как-то так. Вода снизу такая, ничего, еще сегодня прогрелась, хоть и холодно было. И весь мусорочек. Не знаю, видно, не видно. Но я думаю, видно. Офигенно со дна бассейна собирается. А то пылесосов старых полсарая. А я тут не знаю, как почистить. Ну это... Вот, как-то так. Ну вот бассейн и почищен. Скиммерок также воткнул. Таблетка также лежит. Там, ну, я не разбирал его, чтобы этот показать, как там сделано. Там элементарно все просто, вообще капец, все просто. Просто мне кажется, так намного удобнее использовать таблетку. Хотя я вот сделал поплавок из ведерка, да, какого-то там пластикового прорези поделал. Она плавала для поначалу, ровно 5 минут плавала. Потом я понял, что это полная ерунда, и пустил все через фильтр. Объем небольшой, поэтому песочный фильтр не делал. Вот, как-то так. Пустим пузырики, пускай пузырится. Гоняет волну, так сказать. Лучше в скиммер попадает. Вот, с этого края туда. Как-то так. На этом, пожалуй, можно и заканчивать видосик.